утро на Енисее. I want to be free. 5 сентября – день рождения Фредди Меркьюри. И это хороший повод переслушать альбомы группы Queen. Show must go on. Даже если вы не знаете эту группу, то точно сможете напеть ее хиты. Независимый опрос музыкальной компании выявил, что We Are The Champions – самая известная в мире песня. А в 2002-м «Богемская рапсодия» попала в книгу Гиннесса как лучшая композиция Великобритании за последние 50 лет. Обладатель звезды на Аллее Славы, первые строчки хит-парадов, лидеры музыкальных рейтингов. Даже сейчас Queen остается единственной группой, где все участники смогли написать хотя бы один хит. Если вы любите эту группу и смотрите их концерты, то этот фильм точно для вас. Он расскажет о творческом пути венценосных британских музыкантов. В картине очень щепетильно подошли к реконструкции событий и выступлений. Рами Малек отлично справился с ролью Меркьюри, за которую и получил статуэтку «Оскар» за лучшую мужскую роль. Плюс 2 золотых глобуса за лучший фильм и лучшую мужскую роль. Вот увидишь, никто не станет слушать Queen. Раз уж мы затронули музыкальную тему, то и сериал должен быть у нас музыкальный. Например, сериал «Винил». Главгерой – владелец студии звукозаписи, но, к сожалению, это не машина по созданию хитов. От этого возникает множество вопросов. Какие нужны песни? В каком жанре? Что в моде? Какой должен быть голос и музыка? Как оформить? Кто будет это слушать? И на них попробуют ответить авторы сериала. Если вам и этого мало, то к сериалу приложили руку Мартин Скорсезе и Мик Джаггер.